Значит, не дадите духов, да? И мы уже по третьему разу пошли, сказано. Нет, все, базар окончен. Пошли. Пошли. Подождите, меня. Пацаны. Давай. Тут у нас... Что это такое? Варенье, тушенка есть, пряники. И вот. О, это что? Это финики, пацаны. А? Подожди, подожди, кому вся эта радость? А это вам, пацаны. Вам. А нам 5 человек нужно. Еще... Сигара. Кубинская. Ёлки-палки, настоящая? А то. Её девушка об коленку катал. Какие девушки? Кубинск. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что какая-то афрокубинка ее вытерла в свою ногу, а я это курить буду? Не, Ренат, это круто считается, если она кубинская. Подожди. Да, иду. Круто, да? Тогда это, ну еще 2 банки тушенки поменяй. Ну, Ренат. Когда пойти нужно? Сегодня, после отбоя. Значит так, дух не трогать. Каких возьмете, таких вернете, ясно? Ясно. Слегка уставшими можно? Ну слегка уставшими, ничего. Договорились.